Руки прочь от французской системы соцобеспечения. Девиз, лозунг, требования черного четверга, который Франция отметила забастовками, акциями протеста против реформ правительства. На улицы городов страны вышли свыше 300 тысяч человек. По данным МВД, около 500 000 по подсчетам профсоюзов. Нам недостает средств. Сегодня, если в больнице не хватает двух врачей или медсестер, заменить их некому. В конечном итоге страдают пациенты. Если перестать бороться, то последствия ощутят на себе в будущем наши дети. Лично я забочусь о своих детях, и моя жизнь только начинается. Я еще молода. Наверняка у меня будет пенсия, но будет ли она у моих детей? Тон задавали железнодорожники, но помимо них в рядах демонстрантов врачи, учителя, административные служащие. На центральной площади Парижа профсоюзы вывели около 50 тысяч человек. Не обошлось без столкновений. Протестующие закидывали стражей порядка камнями. Те в ответ применили водомет и слезоточивый газ. Здесь, на площади Бастилии, два лагеря работников госучреждений и железнодорожников объединились под лозунгом «Нужно спасать госсектор». Эммануэль Макрон обещал упразднить 120 тысяч рабочих мест, а это явная угроза для тех трудящихся, соблюдение прав которых государство пока гарантирует.